Nee, weet niet. Oh, God. Mijn kennis krijg ik niet. Oh, wel. Zijn ik niet belangrijk? Nee, kan ik niet. Nee, als ik het niet ben, wel. Hoe zit jij? Ik krijg bericht van iemand die in de kantine gehoord heeft van dat je weer bent. Je zegt geen een dag komen zeggen? Ja, mannen. Так, все, надо чуть-чуть понаслаждаться, а то, блин, съемки. Красиво, да? Очень красиво. Короче, эти гиацинты 5 лет, чтобы цвести, 5 лет они не цветут, а потом только цветут. И нельзя туда заходить за собой. Угу. Потому что если ты наступишь, все. Пошли. Куда не пойдем? А может там так хватит? Мы туда идем обратно, да? А
пойдем, может, другую. Вот модель. Туда нельзя, блин. Уже там мы пойдем обратно и все. Вот только здесь. Аленка такая. Тут мало уже. Видишь, они уже все. Пофоткать можно. Очень красиво. Просто. Давай, иди подымай дерево, я буду фоткать тебя. Давай. Только аккуратно смотри. А какие собачки? А туда нельзя залезать. Ругаться будут. Ой, какие красивые собачки. Красавчики. Да давай вот туда, до поворота, вот там снимем снизу, что сверху. И все. Красиво, да? Очень уже красиво. Они. Уже видишь, падают, да, уже. Нам повезло, что мы. Да. Я говорю, до 5 мая, вот. Сегодня 3, еще 2 дня и все. Нам, блин, А это они с 14 мая начали. Я 14 апреля. Вот так. Теперь идем обратно. Пошли. А в Польше возле дома тоже такой же лес есть. Красиво, да? Где я жил, да. Идем, идем. Обзор дорожки, полянки, вот лес. Иду, иду. И вот мы сейчас идем. Фархончик. Да не, просто сфотка. Здесь, конечно, мало. Видишь, это полянка.
уже перецветают. Нет. Вот кто такое на дереве нарисовал, понимаешь? Идиоты, зачем? Вот эти деревья. Оно же растет. Красиво, да? Это здесь специально для туристов сделали? Вот это, кто эту тропинку копал? Как окопы, да? Нас сделали. Это же вот так оно было, да. Наверное. Это не машиной, наверное, рыли или что? Руками не делали. А что там? Здесь велосипеды. Синяя велосипедная парковка здесь. Здесь машины.